Новый поворот в истории со стрельбой из машины свадебного кортежа в Москве. Как стало известно Лайфу, правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». В ходе осмотра автомобилей в Porsche Panamera изъяли два пистолетных магазина с 7 патронами, а в автомобиле Porsche Cayenne у пассажирки нашли два травматических пистолета, и это все у женщины, в одном из которых находилось 8 патронов. Свадебный кортеж задержали накануне. В органы сообщили, что из автомобилей стреляли в воздух. Однако сами участники этой истории говорят, что людям просто показалось, или они приняли за выстрел выхлоп авто. А говорили их из мести, мол, маневр кортежа на дороге автомобилистам просто не понравился.